Итак, здравствуйте, уважаемые. Сегодня у нас 8 марта 2014 года, время полдень. И мы начинаем наш эфир. Сегодняшний эфир посвящен игре Assassin's Creed 4. Но перед тем, как поассасинить в ассасина, мы покурим. Главное сейчас только менюшку загрузить, потому что... Вот, собственно. Потому что, чтобы как бы... Вот как вы видите, собственно, учетная запись... Я надеюсь, что там пишет. Вот. Непосредственно несколько новостей, пока вы наблюдаете. Что-то зажигалки не работают. Заработала одна. Так. Собственно, что хочется сказать. На самом деле, этой ночью был установлен интернет на новый комп. В частности, Windows 8. Да, на Windows 8 был установлен наш старый модем с помощью Ethernet-кабеля. И, в общем, все работает. Обновили, собственно, Windows. Обновили драйвера. Все стало работать еще лучше. Modern Warfare 3 идет в жопу. Это тут при чем? Это при том, что, понимаешь ли, этот Modern Warfare, мать его, в кулебяку. Короче, купили, походу, диск какой-то дерьмовый, потому что ни на старом компе, ни на новом ни хера не работает. Вот. Легкий перекур пока идет. Мы можем, собственно, тут пока... Это Лискины сохранения, это мои сохранения, собственно. Лиска у нас называется Абстерго. Она, на самом деле, там вообще практически не играла. Ну, в общем, ладно. Так. Собственно, что хочется сказать, что мы постепенно приближаемся к тому моменту, когда вы услышите от нас, собственно, открытие сезона. Кстати, это будет не первая полноценная передача. Первая полноценная передача, возможно, будет в следующие выходные. То есть несколько игр мы тут как-то тут поваяем, правда, и сейчас. Ну, сейчас это такой, эфирчики пока что идут пробные. Что ты распизделся, блин, а? Иди нахрен. Вот. Пока что эфирчики идут пробные, и на самом деле все очень круто, все пишется, все работает, ничего не тормозит с помощью фрапсов. Вот мы сейчас... Фрапсов. С помощью одного фрапса мы сейчас ваяем. Вот. Да, надо будет купить гарнитуру, потому что как бы с двумя микрофонами тут сидеть, это извращение еще то. А с двумя гарнитурами нормально, да? Ну, как сказать. А как мы две гарнитуры подключим? Два микрофона мы можем подключить. А как мы подключим две гарнитуры, понимаешь? А хуй его знает. Итак. Как было сказано ранее... А, сегодня мы поздравляем всех прекрасных, милых дам. Дам, но не вам. Этот, как обычно в своем репертуаре. Поздравляем милых дам с их, скажем так, профессиональным праздником. День женщин. Вот, пусть они нас по-прежнему радуют. Пусть будут такими же красивыми, благоухающими, как розы. В принципе, и красивыми, как розы. Чтобы никогда их красота не увидала, как увидают розы. Ни хрена ты завернул, понимаешь. Понимаешь. Итак, собственно, и мы приступаем. Ибо хорош курить. Мы приступаем к записи передачи. Надеюсь, там звук пошел. Итак, собственно, ну и пока у нас загружается наша бурдында, собственно, мы продолжаем писать. Итак, собственно, пошла загрузочка. Собственно, я сейчас поиграю. Федя идет в попку. Так, не пойду. Тут тебя спрашивать-то будет, блин. Так, ух ты. Там, понимаешь, остров. Там-то остров. Как борт? В воде какой-то груз. Да, в воде-то понятно. Оп, пошла песня. Песня пошла. Летим на скалы, Кэп. Да не налетим мы на скалы, блин. Вот где тут на остров запачковаться можно. Сейчас мы на карту вылезем. Потому как что-то я не очень понимаю, куда пришвартоваться, чтобы попасть на этот остров.
Да-да-да-да. Ну ладно. Потом. Собственно, а сейчас мы идем грабить затонувшие корабли. Ну да. Спустить паруса, понимаешь? Колокол пошел. Бултых. Хороший такой бултых получился. Собственно, главный герой поплыл. Так. Собственно, мы опускаемся на... Не сказать, нас опустили. Не, нас не опускали, не надо так. А где тут ближайшее сокровище? Ох, нифига себе. А как мы до туда доплывем? А, вот там воздушный карман. Ну, поплыли тогда. Здесь вроде бы акул нету. Ну да, что само по себе не может не радовать. На самом деле игра просто очешуенная. Вау. Ну, всплывай, блин. Слушай, воздушный карман надо. А то сейчас воздух закончится, понимаешь. Так, хорошо, сейчас вдохнули воздуха. И непосредственно там, понимаешь, акула плывет. Плывет, акула плывет. Хорошо, она плывет. Попробуем так. Ну. Собственно, ограбили сундучок. Какие-то улучшения заработали. Главное не утопиться. Так, собственно, ныряем. И пошли дальше. Где-то здесь. Фрагмент аналуса. Йо, аккуратней. Аккуратней. Ну. Ух ты. Тут, понимаешь, какие-то сугробы. Воистину не попасть на глаза акуле. Ух ты. Здорово. И вам здорово, слепозавры. О, засекла, зараза. Оп, ай. Туя. О, бежит. Ее. Ah!
Херась! Здрасте, ограбить? Ой. Туда нам не надо. О. Понимаешь ли, карту нашли. Вот повезло, так повезло. Это да. Так, это в форте в каком-то. Кто свистит? А там вот один. А, вон он. Слышь, свистун. Армакаши. Ай, земерепеши. Кукай, яремене. Так, ну, собственно, третий сундук. Где-то фрагмент аналуса должен быть. А как туда попасть? Да куда ты, блин? Маньяк, блядь. Так. Да блин, задолбал ты с этими мечами уже. Покатилось. А, во! Так. Собственно, там где-то оружие было. О, одна пуля. Оригинально. А если ее бросить? Да. Ну что за фигня-то, блин? Ну кто это придумал? Зараза. Ну ладно. Включим. Ограбил, понимаешь? Так, может быть, там можно. Да. Так. Собственно. Куда ты? Ну куда ты? Пошел ты. А Вова, там лестница. Во. Здорово. А я могу так делать вообще? Ты-то тут при чем? Да я тут всегда при чем, понимаешь? Так, собственно, продолжаем. Капитан. Поймаем ветер! Ух ты! Ну мы там один фрагмент анимуса не достали. Фрагмент аналуса. Так,
Ну, собственно, а чё? Давайте вам какое-нибудь сражение покажем, и, в принципе, в общем-то... И что, всё, что ли? Погоди. Блять, очень громко что-то у меня в наушниках, на самом деле. Надо в одном ухе писать, потому что очень громко идет все это. Так, куда нам надо? Ух ты, слушай, тут этот самый форт. Форт. А где мы вообще? Точнее, ох, нифига. А поближе куда-нибудь можно? Ну, давай сюда переместимся хотя бы. А то что-то очень далеко плыть, понимаешь. Так. Отдать гроты. И мы, собственно, плывем. Точнее, идем, потому что плавают какашки. Ну да. А мы ходим на кораблях. А где вода-то? Вода за дверью. Ёб твою налево, блин. Нахера ты ее туда засунул? Ну вот так вот зачем-то. Идиот. Пить охота, блин. Ну сходи, что ты. Ты, блин, микрофон отключать придется. На кой? На той. Ну тудысь, ну сюдысь. Ну етись, мать твоюсь. Итак, мы, собственно, идем на миссию. Что, собственно? У тебя это, собственно, заело в одном месте, я так понял, да? Сегодняшняя передачка будет такая небольшая, но... Ну, провозяйная. Какая, прости? Провозяйная. Ящики в воде сущ. А вчера была доиграна... Что было доиграно? Да, Need for Speed Shift, собственно, вчера был, ну, не то чтобы пройден, но были завершены финальные гонки, финальные заезды, Демон все выиграл, вот, и сейчас мы, в принципе, там играем, на самом деле, сегодня будет, возможно, эфирчик оттуда, и, ух ты, это чей? Ты чей? О, погоди, блин, ты включись. А сейчас мы хотели сражение, ща получим. Давай, демон. Парки ярды, что за мерды, хулямные. Хорошо ты его. Ну, собственно. Сначала того. Так. Аккуратненько. Пошла! Хорошо, пошла. На самом деле, избиение младенца, потому что... Парки хочешь, дырка, ты прумный. Корби на что Янды. И аккуратно ты там, что Янды. Ух ты, там еще один кораблик. Кто нас протаранит? Этот нас протаранит. Вы еще шутите, что ли? Парики, хой, яма, ребят, фильды. О, слушай, утопил, понимаешь. Ну ты злостный товарищ вообще. Паркейма! Чкуля бороды! Собственно, пошли на абордаж, дабы нам починить немножко кораблик. Может быть, лучше связать известность и экипаж повысить? Да не, давай кораблик починим. Собственно. Чё за задание у нас там? Удерживайте S для абордажа. Итак, на абордаж! Не ори. Ёб твою мать, блядь, ты мне, в меня не попади, мудила. Куляборды. Кулямарки. Кулямарки. Я прям ядром его в жопу. Терекома кашкаребребе. Терекома кашкаребребе. Терекома кашкаребребе. Блин. Слушай, сейчас я его убью, нахуй. А. Ты дурда. Шумакай. А нафига ты канат здесь ставил, блин? Идиот, блин. Ио! Главное, не убиться в усмерть. Отхищ. Ха, я марак. Хуй я пин, дурак, хуй за, бля. Придурок. Опа. Ха-ха. Ищ ты. Понимаешь, хотел демона напугать. Ой, ио. Получилось. Ёма, народ. Ты-ка, я баш. Ха, я марак. Пин, дурак, хуй за, бля. Так, и, собственно, конец абордажа. Абордаж был недолгим, но продуктивным. Непосредственно захват корабля осуществился. Так, починить галку или снизить известность? У нас похуй, поэтому галку чиним.
Короче, название корабля, конечно, галка, блин. Ну, типа, злостная птичка. Это что сейчас было? Это была злостная птичка, блин. Ух ты, что это тут такое у нас? Какой-то остров, понимаешь, у нас. А мы там были у нас, понимаешь? Сейчас посмотрим. Да, были. Ну, в таком случае плывем дальше на задание. Поворот! И мы непосредственно продолжаем движение по океану, по морю, по Карибскому морю. Он там хорошо сейчас пукнул, все так ускорился. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Там, собственно, песни у нас идут. Так, ну почему мы, собственно, так медленно идем? Ой, там бочки набросали, понимаешь. Ребята, а чего вы там не поделили? Причем главное, смотри. Тот кто? Кто тот-то? Британец. Ребят, это ваши разборки, мы сюда не лезем. Хотя... Да ну, жопа. Чё там, блин, корабль-то? Шхуна, шхуна. А ты, бедняга, выжил. Добро пожаловать в нашу команду. Ну, пока там идет. Так, вы, блин, уроды! Нахрен! Пиндурдак! Что это было-то? Корабль исчез, слушай. А их ты промазал. Да я понял. Да блин, иди ты. Так. Чё за пиздаяська, блин. Слышь! Они уязвимы здесь, надо бить. Они уязвимы, блин. Иди сюда, блин, я слышь. Как раз известность понизим, блять. Куда тут? Ты ёбаных душу. Блин, тебе не жалко этих бедняк? Бедолаги, блять. Ни за что, ни про что сейчас огребут. Так. Бергой! Маша яхуй! Теребе вафуна на! Не коши бареля буза! Чури маре фунь! Ой, нихера себе! Бурге! Ты лучше всего двоих убил. А столько стрелял, столько стрелял. Так. Раз. Два. Ну и третий. Я даже отсюда сползать не буду. Третий. Собственно, все. Это была очень длинная схватка, на самом деле. Я прям был не уверен, что я справлюсь. Ты зачем британцев отымел, слушай? Так, понизьте известность. Что там чинить-то, блин? Ну что, по рукам? По рукам. Сейчас вот этот слева будет хорошо. А, братан! Так, у нас там солнышко разыгралось, понимаешь? Так. И мы продолжаем движение. Ух ты! Понимаешь, понимаешь? Сундук, понимаешь, понимаешь? Бамсили, бром-брамсили, бром-брамсили, бром-блямсили, блямсили. Посмотреть на территорию. Охренеть, что мы там не видели, ёпти. Так ты аккуратней, блин, это самое, это сейчас песок пиздячишься. Ну отпусти штурвал-то, блин. Так, опаньки. Оп. Капитан в воде. Да ладно. Слушай, птицы летают, подстрелить бы их. Хорошо, он бежит. Ты сам попробуй по воде побегай, блядь. Где тут сундук-то? Пью, фью. Посрать присел. Опять, слушай, у него диарея явно. Блять. Не, ну чё он два раз, блин, за один поход на остров два раза обосрался, понимаешь? Что это было, блин? Это был смех Хабдриштен. А, смех Хабдриштен. Я помню крик Хабдриштен. Капитан на вахте. Капитан на вахте. Так, собственно, пойдем. О. А нам сюда. Сейчас мы там груз подберем. И, собственно, у нас какая-то миссия здесь, прямо на море. Слева по борту! Да,
Там груз с корабля, сэр. Обалдеть! Ебаный нот. Осада Чарльстона. Ну, собственно, начнем задание. О, Боннет! Наконец под своим флагом! Да, мы с Черной Бородой расстались. Пора попытать счастье самому. Поздравляю! Да, все к лучшему. Надеюсь, мне будет о чем рассказать при встрече. Эдвард! Ваша дружба ценнейшая, что я обрел в этих морях. Дороже золота и рома. Я благодарен за мужество, что вы вселили в меня. Спасибо! Удачи вам во всем! Собственно, это чувак, которого спасали в самом начале игры. Чё это за... Атакуйте и захватите форт. Он танцует, что ли? Так, тихо. Неужто дома вас не любят? Неужто жены, родня и друзья совсем не ждут вас? Как еще объяснить полное безразличие ваших властей к вашей судьбе? Заложники в обмен на лекарства. Больше ничего. По-моему, он сейчас кого-нибудь убьет. Нет, и точно. Что? 6 дней треклятой, полной тишины. Я делаю вывод, что вы изгой в Чарльстоне. Пусть лучше ваши потроха пойдут на корм рыбам, а кости на растопку. Клянусь. И вот мой выбор. Убить вас, либо взять к себе на службу. Нелегкое решение, но колебаться я не стану. Здравствуй, Эдвард. Ты в своем уме, друг? Весь Чарльстон это видит. В том и суть. Видит око, да зуб не имет. И где лекарство? В Чарльстоне. Я послал отряд торговаться с губернатором. Прошла уже неделя. Нет ответа. Я разберусь. Дай мне день. Он разберется, главное. Разберемся-то мы. Какое-то движение. Солдаты? Да, и они спешат. Пойдем за ними. Иначе нас может ждать неприятный сюрприз. Что задумал? Черная Борода уже 8 дней держит заложников. Думаю, кто-нибудь да приготовил лекарство. А, но они тянут время, ищут способ не отдавать. Да, давай найдем их и будем верить в лучшее. Рифить Марселя. Осторожно, мы у сторожевой башни. Отдать гроты. Паруса спустить. Поворачивай, поворачивай. Там еще башня. Да я вижу. Паруса, капитан. Спешка нам тут ни к чему.
Да, спешка здесь явно ни к чему. Вот такие стелс-миссии, на самом деле, довольно прикольные. Чуть-чуть тут. Подплывем аккуратненько. А другого пути нет. Всегда есть другой путь. Стоп! Запретная зона, ясно дело, так тихо. Не так кто-нибудь есть. Борьбы, борьба. Так, 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 быстрее, 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 быстрее. Отдать гроты. Привести к ветру. Пошли. Я их вижу, вон там. Я нет. Надеюсь, река не станет хуже. Ну да, а то, блядь, мы тут вообще на заглушку идем. Йо! Убавить парус. Я ни черта не вижу, если честно. Сядем здесь на мель, не выберемся. Смотри, чтобы нас не заметили. Привести к ветру. Ригить марс. Аккуратней, капитан. Ну, собственно, мы за ними по-прежнему следуем. Так, 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 тихо, 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 тихо. Они уходят. Значит, оставлю галку тут. Я вернусь с лекарствами. Ясно. Я вернусь с лекарством. Хорошо, приземлюсь по мне. Чё ты там? Иди! Блин! Дурак! Быстрее! Ты пытаюсь, блять, ещё рыба какая-то злоебучая. Блин, иди отсюда, нахуй, а! Да, блять, куда тут? Давай, 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 Саня, давай! Уже не бойся, что тебя засекут или что-то такое. Давай наверх. Сейчас еще один крокодил этот злопердючий, зловонючий, блядь. Так. Так. Куда тут? А, вот, да. Так. Из этой бандуры пинги хотеть. Так. Ладненько. Так, пошел, пошел, пошел. Типа он мне показывает, что типа я его из этой самой из поля зрения выпустил. Блять, да задолбали эти. Где отсюда таракан на задроченный, блять? Пшел нафиг. Блять, ну что за пизда песня, блин. Видел сегодня?
Тихо, тихо, тихо. Салют, суки. Подохни. Блин. 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 Такой. Чё такое, блин? Вон они. Ё! Блять, сука, задолбали эти крысы морские. Иди отсюда, блять. Да ёб твою налево-то, чтоб тебя жопу откусили, блядь. Чё ты поднял тревогу, блядь? Сука, ёбаные пидорасы, блядь, твари, мать вашу, нашу, всеобщую, блин. Во, разорался ты, сущий. Разорался. Не разорёшься, пожалуй. Хе-хе-хе. Ну чё, сучки, подрочим? Чего? А там я мочил его не было, да? Бывает, блядь. Эй, там! Это Райдер, что ли? Он самый. Тогда бегом давай, тебя ждут. А ты знаешь... Господи, съели! Его съели, говорил я! Греби, Бога ради! Греби! Да, блядь! Ну и чё мне здесь делать-то? Объясните, блядь, чё за хуйню придумали, блин? Тихо, не ругаться. Ещё одна попытка. Я понял. Чё ты понял? Как пройти? Там... Эй, там! Это Райдер, что ли? Тогда бегом давай, тебя ждут. А ты знаешь? Господи! Съели! Его съели! Говорил я! Никого? Блять! Никакого Дэммита! Давай, давай, давай! Куда ты? Куда ты пошел? Куда? Овер! Иди ты нахуй подслушать разговор. Простите, Саймон. Несчастный случай. Рядовой Саймон. Этот крокодил. Плевать мне на ваши случаи. Какие вести из гавани? Говори. Без перемен. Блокада продолжается. Но вроде пока что никого из заложников не убили. Может, пора сдаться? Никого, здесь никого. Идите, идите. Даться? Мне доверили дела в этом городе. И я не пойду на поводу у жалкого пирата, чтобы про него не говорили. Да, сэр. Пока ключи меня, никто не доберется до этих лекарств. А их всех пусть поразит шума. Чертов идиот. Что? Пираты! Это их корабль! Пираты! Назад! Во дворец! Сука, не уйдешь. Быстрее! Плевать, ёпт. Чувак, блин, ну серьезно, что ли? Ты серьезно, чувак? Ты что, правда, да?
Ты всерьез вот это вот? Твою мать, что он здесь устроил? Это, конечно. Блин, сижу. Блин, тут урод, а. Награда. Не, чувак, уже не уйдешь. Ну куда? Ну куда ты? Блять, ну давай! Ну ч. Ну куда. Ну заебись, блядь! Чё он стоял-то, мудак, блин, ёб твою мать! Теперь с самого начала за ним бежать. Да я понимаю, блин. Ну, побежи. Ну побежал, что ли, блин, а? Блять, понаделают на самом деле хрень. Серьезно. Очень люблю игру Assassin's Creed, но, блядь, ну это реально, ну такую хуйню понаделаешь, что пиздец, блин. Да куда? Ну чё ты, блядь, ну чё это было-то сейчас, а? Ну чё это было? Объясните мне, пожалуйста, а? Куда он сиганул-то, ёпта? Блядь. Я, конечно, дико извиняюсь за такие маты, но, блин, ну на самом деле. Да не, ну это просто пиздец, если чё. Ну, блядь, застревает, во всем попал. Ну правильно, чтоб я его упустил, ёпта. Он же не может, блядь, нормально бежать. Конечно, нет. Чужой, чужой, хуежой, блядь. Я тебе сейчас прыгну туда, блядь, вот честное слово, блядь. Иди ты нахуй со своим убить, блядь. Жопу себе убей. Хорошо, сейчас. Ну куда ты, блядь, ну чё? Вот бесит на самом деле, а? Да. Ну зашибись, блядь. Ну естественно. Ну конечно. Ой, блядь. Ну вот если бы он там у тебя не сиганул, хуй знает куда. Да это понятно. Ну так он же, естественно, туда сиганет, блядь. Же не могут нормально. Ну побежал, что ли, блядь. У нас, блядь, знаешь, вот я поражаюсь, на самом деле, некоторым разработчикам, которые делают вот такие миссии, где, блядь, вообще непонятно, что надо делать, блин. Не, ну делать-то понятно, что надо за ним бежать и его убить. Да это понятно, блядь, ну как, ёпта, если, блин, вот ты видел, да, что творится? Будет бочка без бочки. Угу. Ты его спас, да, типа? Он его типа очень сильно спас своим матч. Нет, здесь нужно просто маршрут выбрать. Да это ясно. Сейчас прямо. Да я понял. Блять, наконец-то! Боже! Господи, спаси! Прогони дьявола! А-а-а! Черная борода сделал вам весьма щедрое предложение. Методы его жесткие, но ему нужны только лекарства. И он их получит. Надо было соглашаться. Ну, типа, да. Он вернулся! Сколько взял? 2 ящика. И ингредиенты для новых порций. Ага, удачная мысль. Редкость в наше время.
Слышали, мистер Рекс? Мой друг привез лекарство и спас вашу жалкую шкуру. Не скажете спасибо? Нужно уходить отсюда, Тэч. Губернатор вот-вот соберет войска. Нет, ты иди один. А у меня дела на севере. Значит, вот как. Бросаешь нас и Нассау. Слушай, друг. Мой четвертый десяток на исходе. И если не добуду деньжат, чтоб прожить пятый, тихо и спокойно, скорее пойду на дно к черту в гости, чем прохожу капитаном еще год. Мы еще встретимся, друг. На этом свете. Или на том. Вот так, собственно. Освежуть крокодила. Ну, спасибо, блин. Ну что, собственно, запаузимся, ребят. Вот, и встретимся с вами в игрушке либо Need for Speed Pro Street, Shift, либо, понимаешь ли, еще где-то. Я уже понимаю. Оливье хотел поговорить о видеоролике, который можно сделать из своего материала. Не спеши, я подожду Улиса. Итак, ладно, ребят, спасибо за внимание, всем пока, и встретимся с вами либо в Need for Speed Shift, либо в Dead Space 2. Вот. Пока что еще неизвестно, будет решено во время перекура. Спасибо за внимание, пока. Пока, ребят.